Контрафактные одежды и алкоголь, а также наркотические вещества изъяты сотрудниками полиции в ходе проверки рынка в Канавинском районе. Кроме того, полицейскими были задержаны 56 граждан, которые подозреваются в нарушении норм российского законодательства. Запрещенный к обороту на территории Российской Федерации вещество на свай общей массой 900 граммов было изъято стражами порядка. В отношении гражданина, который распространял запрещенную курительную смесь, составлен протокол об административном правонарушении.